Так. Всем привет, дорогие друзья. С вами Т-1000. И сегодня мы, значит, поиграем в DFIO. Значит, собственно говоря, почему на выходных видео не было? Потому что времени не было. Наверное. Потом, когда там через год я уже перестану снимать видео, а потом через лет 30, возможно, кто-то начнут смотреть мой канал и так далее, истории, в общем-то говоря. Потому что на выходных же родители не идут на работу, и как бы там вот, как бы, я же на вторую смену хожу в школу, именно поэтому вот как бы, и, а перед этим успеваю снимать. Ладно. Так, значит, добавили новые скины. Вот такие вот скины. Плюс понизили цену старых скинов. То есть, вот этот скин раньше стоил 10 тысяч, теперь 7500. Вчера он 8 тысяч стоил. А самый крутой теперь вот этот. Да, этот опять... Ну, это, короче говоря, теперь меньше стоит. И, значит, сегодня мы сыграем на серваке Европа. На Европе играть как бы лучше всего. Потому что на Европе вон сколько игроков играет, а на России там, ну, 10 может играть. И никого толком не поубиваешь. Правда... Только не раскачаешься тут, но как бы можно, если уметь правильно уворачиваться. Так, ты чё, харе меня застраивать? Я тебе сейчас, ах, у него стенки прокачаны. Нет, я должен его убить. Значит, он мне тут все застраивает. Он хочет меня застроить. Вот это жесть! Он у меня, короче говоря, стартовую территорию украл. Не, вы видели? Это пипец. Модератор. Слышь ты, модератор. Ты серьезно модератор? А ну-ка, я тебя сейчас убью. Тут нет никаких модеров. Я Дефлайо хорошо знаю. Так, значит, сейчас... Ах ты ж, падла. На. Чёрт, побери, падла-то такое же ж. Ё-моё, мне нужно сейчас срочно эту стену сломать. Просто срочно, на. Это очень сейчас жесткая ситуация. Мама, это просто жесть. Зачем ему меня-то трогать? Мамочки. Нет, я ему не дам это делать. Я, конечно, могу сейчас просто сдохнуть, но я этого делать не буду. Не хочу я просто задыхать сейчас. Я буду бороться до конца. Сейчас я переставлю ставить стены и убегу от него. Пока он там плюс стены поломает всем. Так, все, готово. Теперь мы убегаем. На Европе вообще обычно от 70 до 100. До 100 игроков вообще бывает. И тут реально 100 тысяч очков просто на изиче за 20 минут. За какие 20? За 10 минут убийства. Только до этого еще нужно докачаться. Прокачать максимальный уровень. Прокачать все там. Ну и вообще как бы... На некоторые игроки строятся этим, добивают очки. Вот что я вам скажу. В DFIO есть очень говновая система. Это когда твои башни разбивают, твои очки пропадают. А когда ты убиваешь игроков, то эти очки с убийства они никогда не пропадут. Никуда не пропадут, вообще никуда. То есть выгодно, как бы.
И сейчас мы опять игрока, кстати, убили. И теперь вот мы его базу, тут уже его базы нету. И мы можем спокойно строиться. Так, да, этот Алис мне очень сильно подгадил. Значит, качайте первые 4 навыка. Все остальное не качайте. Если хотите быть крутым игроком. И вообще, башни — это, казалось бы, очень топовая тема, но когда вы прокачиваете на башне, вам вообще не сладко. Вы не можете ничего врагу противопоставить, если на вас нападают. И это других раздражает. Не качайте башни. Не качать башни. Башни вообще здесь не рулят. Так, и теперь вкачиваем скорость стрельбы. Вот. Так, ну, в принципе, вот такая вот... Вот так вот строимся. Такой черной дырой, спиралью еще, можно сказать. Так. Поехали, поехали, поехали. Оп. 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 Поехали, поехали, поехали. То есть... И вот так вот отстраиваемся. Так, ты что? Ты со мной решил? Ты со мной решил сражаться? Но-но. Я могу... На этой Европе вашей на изичи выносить за 10 минут по 100 тысяч очков. Так что не надо мне тут. Так. В общем-то говоря, сейчас мы оп. Оп, 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 оп. Хап-хап, 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 хап-хап. Так. Так, там игрок есть. Но я его не буду трогать. Ну и вот так вот. Просто берешь, ставишь кучу стен, прокачиваешься. Так, и теперь смотрите, как уже я быстро стреляю. И уже я могу за себя постоять. Как бы. Знаешь, вот, знаете, вот. Плюс в этой игре в том, что если вы деретесь на пустой территории, тогда у каждого есть шанс победить. Даже когда ты первый уровень, и против тебя 2 игрока супер крутых. Точнее, 3 даже. У одного игрока есть большие шансы победить. Как у меня сейчас большие шансы на победу. Против этого злостного грифера, который мешает прокачиваться тем, у кого даже не максимальный уровень. Вот игроки. Если вы видите, что на вас идет какой-то игрок, он... Намного сильнее у него прокачаны первые 4 навыка. Тогда просто бегите. Ставьте кучу стен за собой. Потом не ставьте стены. Пытайтесь его обмануть. Потом опять ставьте стены. Так что он, если вдруг наткнется на верный путь, то тогда ему будет мешаться стены. И берите флешбэнк. И, кстати, привет, Алис. И привет! То, что мне не дал вначале поиграть. Я тебя убью. Ну что? Легко, когда ты убиваешь новичка? Легко. А не легко потом. Потом не легко совсем. Да. И зачем ты прокачиваешь стены? Стены вообще тут не рулят. Я ему сейчас все поломаю. Ах ты ж, флешбэнг мне кинул. А я даже не увидел, но я жив. Тем не менее, Алис, даже не думай, падла. Даже, падла, не думай. Черт побери, он реально меня сейчас окружит. Ладно, если вам понравилось видео, ставьте лайки, если нравятся мои видео. В общем, подписывайтесь на канал, если хотите узнать о моих новых видео.